Париж ради первой за долгие годы большой встречи чеченской диаспоры приехали чеченцы из разных стран Европы. Вайнахи из соседней Бельгии, Дании и Германии. Изначально встреча вайнахов планировала принять около 200 представителей чеченской диаспоры, но желающих принять участие в мероприятии оказалось больше. Вечер вайнахов начался с презентации сборника стихов известного кавказского поэта Шамиля Арбинина под названием «Мне в сердце 100». Мне в прошлом возврата больше, а будущее только тайна. Настоящее длится дольше, настоящая жизнь без тайны. Творческому человеку или не творческому человеку, ему одинаково на чуждение, он на чуждение. Это очень сильно влияет на его творчество. Его творчество в большинстве бывает связано и с его родиной, и отдает нотками именно вот этой грусти, то, что он живет не у себя на родине. Не в том краю, где он родился, где он вырос. И спустя годы человек начинает понимать, что его сны большинство связаны с его родиной. На встрече чеченской общины был накрыт стол с национальными блюдами Северного Кавказа и Франции. Многие вайнахи пришли с семьями. Один из организаторов встречи вайнахов в Париже, политбеженка из России Зара Муртазалиева, уже несколько лет живет во Франции. По ее словам, вайнахи умеют сохранять свою культуру даже вдалеке от родины. В Париже очень много чеченцев, но они разбросаны каждый по разным углам. И нет такой постоянной возможности возможности поговорить, встретиться, обсудить. Все-таки своя культура, свой язык. Это очень важно. Это обязательно нужно сохранять, где бы ты ни находился. Кульминацией встречи вайнахов была традиционная лезгинка. Молодое поколение вайнахов показало гостям, что они и в Европе сохраняют не только национальный танец и язык, а также тот дух вайнаха, который можно встретить только у жителей Северного Кавказа. В следующем месяце в Париже ожидается открытие чеченского культурного центра. Юлия Салькамалова, «Настоящее время», Париж, Франция.